Приветствую вас. Я думаю, что ключевой проблемой вашей является то, что вы очень много всего делали для человека. Этот момент является ключевым. Вы очень много всего делали для человека. Вы в него вкладывались, вы жертвовали собой. Я так понял, ради него, для него. И вы ожидали, что он оценит. Вы ожидали, что он оценит, а он не оценил. И вам больно от того, что он не оценил вас. Вам больно от того, что он как-то вот не, ну, не проникся вот тем, всем тем, да, что вы для него делали. И мне кажется, что проблема основная ваша, она в этом заключается. Как и причина ваших, ну, как причина ваших страданий, которые вы испытываете. Понимаете? Какая штука. Ну, на мой взгляд, опять же. В этом основная трудность ваша. И работать здесь нужно с личными границами вашими, с ожиданиями ответственности, за которые вы перекладываете на человека. Вот. Значит, с вашими потребностями, которые у вас, опять же, есть, понимаете? И вот тогда, уже, ну, будет иметь смысл, тогда, я думаю, вам можно будет помочь, опять. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. То есть, желательно, чтобы вы поработали именно своими ощущениями, своими чувствами. Вот. Дальше. Вы хотите с ним дружить. Зачем? Для чего вы хотите дружить с ним? Значит, с
с человеком. Вот. Необходимо разобраться, почему. Вот. Такая вот история. Вот, Алена, с вашей обидой, с вашими обидами и нужно работать. Вы пишете, что мужчина оставил вас в январе. Наверное, я не знаю, но, наверное, у этого были какие-то причины. У него, например. Ну, я бы вот порекомендовал бы поисследовать из-за чего мужчина от вас ушел. Вот. То есть это тоже такой очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам несколько лучше понимать, что происходит сейчас. Если вам понравился ответ, ну, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом, ну а если нет, то обращайтесь к психологам за консультацией. Вот. Всего вам самого доброго.